приехал поддержать. За кашу делает. Ага. Приехал поддержать Майдан, подлечился. С первых дней не мог, а сейчас приехал. Говорит, что я это делаю за кашу. Я отвечу, что не за кашу. Я делаю за своих 3 миллиона долларов. Которые мне власть... Откуда вы знаете, что провокатор? Посчитал. Не тяжело посчитать. Это, кто считает, вот, кто считает, тот достойно и живет. А кто не считает, тот не считает. Вы на камеру говорите, не хотите? Да, 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 да. Не переживай. Я режиссер, я знаю, как говорить. Сергей Николаевич. Сам себе режиссер. Да. И теперь, что я хочу сказать еще, что мы часто говорим вот на таких молодых, вот как боец, сваливаем на них проблему. Вот это. Да. Ни в коем случае. Они не должны идти под палки ОМОНа, вот, рисковать здоровьем. Это такие, как мы, вот, старшее поколение. Правильно, потому пусть лучше мы... нас бьют. Нет. Мы злее будем, мы это допустили, мы виноваты. Мы виноваты, правильно, вот это я тебе говорил. Что вот это старшее поколение виновато в этом бардаке. И оно должно исправить всю ситуацию, поставить молодежи нормальную, достойную жизнь. Достойную страну, правильно. Да. А то у нас как все? Вот нужно купить квартиру, машину, да. Образование или, дать. Или да нам... не это главное. Главное страну нормальную детям передать. Конечно. И внукам. В которой было бы не стыдно жить, на которой не пеняли... долларов каждому человеку Украины. Вот это главный фактор, а все остальное болтовня. Спасибо вам всем небайдужим. Спасибо и вам. Слава Украине, и будем стоять дальше. До победы.